Всем огромный привет! В сегодняшнем видео я и моя ассистентка предлагаем вам всем принять участие в аукционе. Разыгрывается один лот. Это мягкий тканевый органайзер для рукодельницы. Он будет хорошим помощником не только в рукодельном уголке, но и в поездке, если вы решите взять с собой вышивку. Органайзер выдержан в мягких тонах голубого, молочного и желтого оттенков. А обложку украшает вышитый портрет Джемаймы из сказок Беатрикс Поттер. Внутреннее содержание поможет организовать процесс вышивки в дороге. На деревянные колечки крепятся пасма мулине. Если они длинные, то их концы спрячутся в кармашке. Вдобавок, кармашек может послужить уютным хранилищем для бобинок и катушек под присмотром стильного деревянного зайчика. Для иголок разных размеров имеются 4 фетровые игольницы, на одну из которых можно прикрепить держатель для схем. А еще они украшены не несущей никакой функциональной нагрузки, но очень милой подвеской. Два нижних кармашка служат для хранения нити вдевателя и ножниц. Пишите принять участие в аукционе, потому что он продлится всего 2 дня. Стартовая цена этой нужной дорожной вещицы 500 рублей. Нотабене, органайзер предлагается без наполнения. Всем желаем удачи и пока-пока!